Изменились суммы безвозмездных поступлений, которые предусмотрены для нашего города областным бюджетом. Это стало причиной необходимости внесения корректировок в главный финансовый документ Пущино. Перераспределена с 2022 года субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 85 288 тысяч. Соответственно, предполагается и софинансирование из местного бюджета на реализацию этой программы. Перераспределяется около 11,5 миллионов рублей. Почти миллион выделяется из местного бюджета на обустройство тротуара по коммунальному проезду и 75 тысяч на экспертизу качества уже выполненных тротуаров на улицах Старопущенская и Парковая. Почти на 5,5 миллионов уменьшены расходы по разделу образования. Средства удалось сэкономить в ходе прохождения процедуры закупок. Мероприятия, на которые они выделялись, либо выполнены, либо уже находятся в работе и обеспечены финансированием. Депутаты согласовали эти и другие корректировки. В городе создается новое муниципальное бюджетное учреждение. У образовательных организаций появится своя управляющая компания. Идея такая – собрать весь обслуживающий персонал, который сейчас трудоустроен в образовательных учреждениях, под одно начало, под одного директора, создать там свою материальную базу, рабочие места оставить там же, где сейчас люди трудоустроены, условия труда у них не поменяются, зарплата не поменяется. По словам докладчика, это позволит эффективно организовать работу по обслуживанию помещений, ремонту и уборке. Депутаты согласовали проект. Еще один вопрос, относящийся к сфере образования, продолжил заседание. Проект решения установил компенсационные выплаты из городского бюджета за наем жилья в Пущине. Если работник образовательного учреждения не обеспечен квартирой на территории Наукограда или в ближайших 50 километрах, то он имеет право на компенсацию в размере 50% стоимости найма, но не более 15 тысяч рублей на семью ежемесячно. В городе нет вообще никаких мер поддержки для привлечения специалистов, а кадровая проблема, она уже сейчас стоит очень остро. Привлекать молодежь нужны какие-то меры стимулирования. А жилье – это одно из основных моментов, когда люди присылают жилье и пишут свои желания. Нам в ответ нечего предложить. Такой же проект с такими же суммами и ограничениями предложен и для компенсации средств за жилье врачам и фельдшерам больницы Пущинского научного центра. По предварительным расчетам потребность на 2021-2022 год по больнице РАМ составляет 14 специалистов. Соответственно, если брать экономические обоснования, то мы полагаем, соответственно, выплаты, если мы берем пиковую нагрузку, это 210 тысяч рублей. Депутаты согласовали обе меры поддержки. Инициатива сотрудников Института Белка об увековечивании памяти ушедшего Александра Сергеевича Спирина, основателя учреждения, и одобрении установки мемориальной доски, следующий вынесенный на заседание вопрос. Значимость его, я думаю, что объяснять вам не надо. Да? Все жители города Пущино, все прекрасно его знают. Он первый создатель этого института, долгое время возглавлял, он почетный житель города Пущино был. Поэтому, в общем-то, комиссия единогласно приняла решение о том, чтобы выйти на совет депутатов с ходатайством о увековечивании. Депутаты одобрили предложение единогласно. Последний вопрос основной повестки дня касался внесения изменений в состав муниципальной казны, а вернее судьбы 16 помещений в В1. Вопрос о принадлежности площадей в бывшем общежитии обанкротившегося МУП УЖКХ задала совету инициативная группа жителей. Обращение было взято в работу депутатами и администрацией. Первоначально Валерий Владимирович Кузнецов озвучил этот вопрос на совете депутатов, после чего на правокомиссии, да, то есть как бы... После чего отделом имущества и юридическим отделом начался анализ. И, в принципе, мы организовали комиссию, которая должна была выйти на место, установить эти факты. И начали готовить обращение к конкурсному управляющему для того, чтобы определить, кто сейчас пользуется этими помещениями, в каком они находятся статусе. И реально, что конкурсный управляющий намерен делать. Вернуть эти помещения, подтвердить, что он не имеет права их реализовывать. Или какие-то еще действия. После чего поступил запрос Алексея Александровича, в котором были сформулированы четко, то есть тоже те позиции, которые необходимо было доработать. Решением Совета депутатов имущество было включено в состав муниципальной казны. Диана Ларионова, Александр Бунзалевский, ТВС Пущино.